Здравствуйте! С вами компания «Электромотор» и хотим представить вашему вниманию набор посуды, состоящий из 9 предметов от торговой марки «Винзер», которая называется «Техно» и имеет артикул 89022. Данная продукция из высококачественной нержавеющей стали, здесь двухслойное дно. Мы даже вам можем показать в разрезе, как это все выглядит, насколько толстое дно вы можете увидеть, насколько толстые стенки данной кастрюли. Данный наборчик у нас состоит из 9 предметов. Первое — это у нас сотейничек. Посмотрите, пожалуйста, здесь все ручки данной продукции припаянные, то есть нету здесь никаких, все дно здесь гладенькое и ничего не будет мешать. Когда вы будете мыть в посудомоечной машине, здесь не будет засоряться еда в дальнейшем, и это довольно-таки, ну, не будет развиваться бактерии, это очень удобно. Здесь внутри также идет мерная шкала, показано, на сколько литров можно здесь наполнить вашу еду. Ручки не нагреваются. Посмотрите, я хочу вам показать данную пайку и хочу вам показать само дно. Здесь показано, что можно использовать все виды плит. И в духовом шкафу, также в духовке можете использовать. Довольно-таки удобная крышка. Ручка также не нагревается. Стекло. Есть отверстие для выхода пара. Та же самая высококачественная нержавеющая сталь. Следующая у нас идет кастрюлька. Кастрюлька здесь представлена на 1 литр. Внутри мерная шкала. Дно матовое, гладкое. Никаких нету ни заклепок, ни шурупчика, все здесь гладенькое, здесь только будет вариться ваша пища, дно толстое. Сама продукция имеет вот такой матово-глянцевый такой вид, она очень в то же время и блестящая, но матовая. Крышка стеклянная, для выхода пара есть отверстие. Следующая кастрюлька у нас идет на 3 литра. Кастрюльки, я бы сказала, очень удобные, удобно держать в руках, приятно. Посуда гладкая, такая качественная и легкая, и в то же время показывается, что качественные материалы использовались в ее изготовлении. 3 литра данная кастрюлька, дно вот какое. На всей продукции указано, что это оригинал Швейцария Винзер. Крышка из нержавеющей стали, стекло, для выхода пара есть отверстие. Вот такая крышка удобная, прекрасно закреплена, надежно. Не будет выпадать ручка из данной крышки. Самая большая кастрюлька в этой модели представлена. Она идет на 5 литров для приготовления на большую семью еды. Крышка, под кастрюлькой у нас здесь находится для горячего. Подставочка вот такая, под любую из этих видов. Вся эта продукция из нержавеющей стали. Вот, посмотрите, обратите внимание, как прикреплены ручки здесь. Внутри ничего лишнего нету. Крышка также здесь из нержавеющей стали. Ручка не нагревается, удобная. Для выхода пара есть отверстие. Посмотрите внутри, как закреплена наша крышка надежно. Для выхода пара есть отверстие. Данная продукция мы рекомендуем к покупке. У нас все цены самые минимальные. Поэтому набирайте нас 5-3-0-3-8.